Завершать ремонт дороги у дома 18/1 по улице Завертяева не будут. Неожиданный комментарий по объекту телеканал Омск ТВ получил в мэрии. Напомним, жители пожаловались на незаконченный ремонт участка. Рабочие сняли старое покрытие, уложили гравий и покинули объект. Возвращение бригады омичи ждали больше месяца. После оставили жалобу в соцсетях. Выяснилось, домом управляет ТСЖ «Успешная». Оно-то и выступило заказчиком работ. Там пояснили, что асфальтировать участок не планировалось. Цитата. «Застройщик провел работы и отсыпал дорогу». Конец цитаты. Продолжения благоустройства в планах нет.